14 октября, время 8 час начала, я пришел к Кучковскому лесу. Сегодня у меня по плану видеоохота. Хотелось бы, конечно, оленей встретить. Уже второй день утром, температура доходит до минус 4. Лед замерзает на озерах по краям. Сейчас зум-объектив поставлю и пойду в лес. По прогнозу, сегодня последний такой день, солнечный. Вчера был такой же. И вот сегодня. А дальше дождь, снег, слякоть. Поставил я зум. Можно идти в лес, выслеживать кого-нибудь. Вот здесь где-то около этого дерева зеленого дятел стучал. Подойду. Вон он, похоже, летает. В лесу птички мелкие бегают по подстилке. А дятла что-то не слышу. Может, улетел уже. Я его найти не могу. Где он? Вот он нашел. Что здесь такое? Все дятлы от меня разлетелись. Ой, я уже замерз, пока там стоял. Солнышко, грей меня. Изморозь на траве под ногами. Сойки повсюду кричат. Вот здесь тропки-то есть натоптанные. Но это могли еще коровы ходить или лошади. Хотя лошадей в этот год особо не видно. Выхожу на вторую поляну. Когда-то здесь поле было. Его распахивали. 100 лет назад. Здесь высокие. Хорошо, что сегодня ветер. Когда ветра нету, тишина. К ним трудно подойти. Есть олени. Только что вот здесь вот впереди испугнул крупного самца с рогами, с большими. Блин, не заметил я его. Я шел прям ровно на него, а он замер и стоит, смотрит на меня. И вот до суда дошел я, и смотрю, он побежал. Теперь нужно стараться ходить как можно тише и больше смотреть по сторонам. Калина здесь осталась. Тишина.
вся грязная, осака. Но где они сейчас? Так я ничего и не слышал ни разу. Получается, гона что ли нету, либо оленей здесь нету. Ну, следы вроде есть. Но это может быть местные. Место вот это популярное у них. Я хотел купить себе фотоловушку и поставить сюда. Здесь кабаны постоянно валяются. Но фотоловушки все хреновые. А тут кабаны здесь ковырялись. Хотели корень ольхи разрыть. Совсем свежая. Лёшка. Кабаны что ли так разрыли? Хотя могли и олени ногами. Ну это прям сегодня похоже. Рыли-то. Постоял маленько, послушал на этой поляне. Ничего, тишина. Тропинок-то что-то нету совсем. А, ну понятно, почему тропинок нет. Обычно сюда вот зерно привозили. Подкармливали. Тюк здесь валялся тоже. Но в этот год ничего не привезли. Валялся здесь немного, минут, наверное, 20-25. Отдохнул. Пока лежал, ничего не слышал. В лесу тишина. Пойду сейчас, наверное, здесь вот вылезу на открытый участок. Там луга. Пройдусь по лугам и вернусь опять в лес. Вот здесь чаще, кстати говоря, зимой кабаны жили. У них там прям лежанки были такие мощные. Свежие совсем ямки-то. Здесь вот пару тюков с сеном оставили. Кто-то приходит, ковыряется иногда. Кабаны, скорее всего. Захожу опять в лес. Куст смородины откуда-то здесь взялся. Нашел еще одну лёжку.
сегодня спали. Высохли все. Блин, они как каменные стали. Без дождей-то. Куст здесь с калиной неплохой остался. Правда, она какая-то мягкая, морозом что ли ее побила. Жерла наверху сидит. Странно, что он меня так близко подпустил. Обычно они пугливые. Может, он меня не слышал и не видел из-за ветра. Просто червячков ищет. Мышей ловит. Блин. Она меня еще не заметила. Ну хоть кого-то увидел сегодня. А то уж я думал, никого не увижу. Ага-ага, готовится к прыжку. Оп. Ага-ага, готовится к прыжку. Она мышь закапывает. Видать, сытая. Припас делает. Ага, все, пошла. За кустами можно подойти попробовать поближе к этим кустам. У меня тут микрофон упал. Я его поправлял, и она меня заметила.
Вроде бы где-то здесь она мышь-то закапывала. А может, это она не закапывала, а просто еще одну поймала. Мне казалось, где-то вот здесь вот. Ничего не видно. Наверное, просто еще одну мышь поймала. Я сегодня уже добыл лису, желну и обычного дятла. Оленя бы, конечно, добыть. У меня еще есть небольшой шанс, что он мне попадется. Вот под этим дубом лошади и коровы отдыхают постоянно. У них здесь площадка утоптанная. Ты, конечно, удачно вышел из леса, прямо на лесу. Но сейчас-то он какой длинный. А я вышел именно в том месте, где она охотилась. Она меня почти заметила. Я шаг назад только сделал за кусты, и она тут же оглянулась. Услышала шум. Повезло, что ветер такой сильный. Как же все заросло. Здесь вот какой-то кабан шел, носом все исковырял. Всю подстилку. Раньше тут эта дорога была. Вот прям где я сейчас иду. Листопад какой. Вон что, кружится повсюду. Крутовики. Вот здесь вот лужа какая-то осталась. Это осинка. А это что за деревья такие? Они уже голые все стоят. В этой части леса дичь бывает, но гораздо меньше, чем там, в ольховом лесу. Здесь совсем редкие тропинки. В этом месте раньше что-то было. Может быть, пасека. Или скотину какую держали. Время уже 16:00, по-моему. Да. Выхожу из леса.
так я не встретил оленей сегодня. Ну, точнее сказать, встретил, сам-то я их видел. Одного. Но снять не получилось. Жалко, конечно, что оленей не встретил. В общем, в следующий раз поеду к болоту, это, к Мещанскому лесу. Здесь проверил, здесь что-то тихо. Что-то там около моста стая грачей, что ли? Или ворон, непонятно отсюда. Каждую осень они здесь собираются. Что они тут на этой дороге делают? На той стороне тоже все облепили. Чем их дорога привлекает, интересно? Они довольно долго здесь теперь вот будут. По утрам на проводах сидят, правда, этим утром, когда я шел, их не было. Солнце за тучи уходит. Фух, мне тут немного совсем остается. С этой стороны луна вылезла, а с этой стороны солнце садится. Подхожу к пасеке. Время уже 15 минут шестого. Получается, 12 часов я был ровно в походе. Долго. Ну ничего, я себя нормально чувствую.